Так, ребят, всем привет, вы на канале Жемыч. Продолжаем проходить Mirror's Edge, путь к птицелову. Так, ладно, погнали нам сюда, да? Есть, да, количество очков. Control. Че по жабу? Нам сюда. Тут прикольно, что показывает, куда идти. Но в первой части не всегда было понятно. И тут надо зажимать. А в первой части было просто нажимаешь и все. Тоже бывает, отвлекаешь. Когда закончишь с птицеловым, мы подумаем, как разобраться с Доганом. Окей. Тогда уже можно будет об этом забыть. Нам сюда, правильно? После первой части, конечно, всю проще играть. Ой. Что это за штука? Как ее взять? Ее можно взять, ну ладно. Полетели дальше. Я думаю просто, что ее можно взять. Голубятники. Принять. Так, идите по красному следу, но отправил вас. Птицелова. Тут птицелова штаб-квартира, да? Графони, конечно, на ура. Тише, тише. Тише. Дверь-то пожалей. Окей. Ты все так же нетерпеливо, Фей. Да. А я думала, ты спишь. Ты чувак, похож на Джон Уика. Легче, девочка. Тоже там типа не бомж? Такий нифига не бомж. Такий нигер, здоровый. Я тоже скучала. Кто знает, я знаю. Я хотел, чтобы я тебя проверил. Я сказал, что с этим не ко мне. Зато есть у меня одно дело. А ну, какое дело? Давай. Хорошо. Я тебя уже кормил, Калиопа. Слезай. Крысы крылатые. Покою не дают. Но все же есть от них больше. Голубь даже прорисованный прикольно. Что тут говорит все остальное? Верно. Так что рыбак рыбака. Знает издалека. Иди теперь. Покажи другим бегущим, что и от тебя польза есть. Куда идти? Рад, что ты вернулась. Спасибо, я тоже. А я-то я рад. Так, дойдите до места и пройдите рывок. Я так думаю, птицелов вызвал тебя на рывок. Да. Я даже догадываюсь, на какой. Я так часто его проходил, нам сюда, да? С закрытыми глазами смогу. Окей. Что дальше? Отмеченный путь всегда самый лучший. Главное дойти до цели за кратчайшее время. Маршрут значения не имеет. Окей. Маршрут значения не имеет, да? Понятно. Блин, давай, Фейд. Нет времени объяснять, нужно бежать. Ну что, всех? 42 секунды. Новый рекорд. Я не знаю, что он дает, но пофиг. Так. Маршрут птицелова. Перезапуск? Я не знаю, что мне треба зробити. Перезапуск или уйти? Давай уйти. Я вижу твое время на пульсе, Фейд. Неплохо. Хорошо, что да. Ты еще в форме. Окей, так, карта обновлена. Ну давайте карту подаемся, а не сюда, да? Снова в деле. Сувенир. Хрупкие посылки. Так, а це шо? Маршрут птицелова. А це? Девочка на побегушках. Второстепенное задание. Окей, я понял. Полетели. Ты
Так, тогда давай, давай. Я не знаю, как дыхание изменилось. Наверное, не. Подожди, я тут что стараюсь нажать? Ага, Е. Взять документ. Ага. Крас чип якийсь. Я не знаю, что ее надо. Я просто трошки ще не привык до этой игры, так что сори, ребят, с уважением, но... Трошки не понимаю, що треба робити. Многие люди бояться Кейсі, но даже Кейсі боїться. Давай, давай, давай. Хорош. Фізична форма там, конечно, огонь. Нам сюда. Тепер куди нам? Все, мы ее взломали? Я не знаю нафига, но пофиг. А, подожди, тут надо нажать. Снова дели. Ценой. Ой. То и рака ценой. Пора показать, кто тут новый босс. Что они играют? Да, я как раз и собираюсь. Нет. Что это они играют? Какие типа нарды? Нарды? Вот так. Как? Учись, 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 серьезно? Учись. Да. Я вам не помешала? Нет, уже все, я выиграл. Да и елки. Это игра в ней логики просто нет. Разберешься. Фейт раньше всегда побеждала. И сейчас могу. Так что, есть какая-то работа? Есть. А ну. Вот. Смотри. Лаборатория? Лаборатория Элизия. Давай. Захват важных данных. Платит хорошо. Захват данных в Элизии? Она готова? А давай я сама разберусь. Ты пойдешь с ней. Офигеть. Я и сама могу о себе позаботиться. Не, не спорь. Как в прошлый раз. Внутрь пойдешь одна, и Кар будет следить. Итак, за свои данные они там держатся крепко. Так что работать надо чисто, понятно? Так, а нянька оплачивается? Треть гонорара. Или Адама, Иша и Калибу. Решай. Ладно. Увидимся там, Фейт. Ах, да. Не потеряйся. Иди. Не потеряй, все багут. Ты хочешь от него отстать? Так, мы какую-то лабораторию. Русская звучка, это, конечно, топ. Встретимся на точке в лаборатории, Фейт. Окей. Бегущая, есть для тебя работа. Потом. Куда мне бегать-то сюда? Тут второстепенные задания не буду проходить, я буду чисто сюжетку. Эта штука преображает мой голос, или у нее... Вертушка, нифига себе. Высокое здание. Там на боку логотип. Я не забыл нажать Ctrl. Я уже на полпути туда. Попробуй догнать. Дожинаем, дожинаем. Давай, давай, Фейт. Я напоминаю. Тебе надо пробраться в сельхозотдел лаборатории Лизии. Закрепить на терминале устройство. А потом уйти. Окей. Тут, я тут. Так, снова дель. Ну, так, це понятно. Принять. Це ми типа до задания добігли, а тепер саме задание, правильно? Тебе, похоже, сьогодні везет. Как бы да. Я нашел открытое окно. Вот и проход. Красава. Что-то тут не так. У них правда, ну, да, такая так, слабая охрана. Так не может быть, по идее. Не знаю. Откажешься? Я вообще-то сам хотел пойти. Что ты этим хочешь сказать? У тебя репутация? Но иди туда. Я не против. Подзаработаешь. Да, окей. А дай кошку, прикольно кошка говорит. Фейт, я слышал. Найдите открытое окно. Может, уборщик?
ящик забыл, но это вряд ли. Да, так. Это не в ее духе, да? Так лёг кончено может быть. Делай свою работу, а Фейт сделает свою. Да. Уже делаю. Фейт, я тебе протянул канат к окну. Соскальзывай туда. В смысле, а? Так, можно было, да? Я там. Мы в здании. Там еще могут быть сотрудники, кто-то поздно работает. И крюкер стол берегись. Окей. Забывай комнату разжать. Осторожно. Внизу большая движуха. Директорские машины. Везде охрана. Что? Окей. Мне это нравится все меньше и меньше. Я всегда подставляю кость. Мы закончим, все нормально будет, мой. Я не уверен. Ты не уверен, я не уверен. Отдел на верхних этажах. Туда быстрее всего попасть на лифте. Да? Найдите лифт. Найдите лифт. Так, левый альт. Не может зацепиться, да, она? Ладно, побегала в другую сторону. Подожди. Ладно, вертаемся. Так, нам куда? Нам наверх надо, да? Ага. Нам тут что, можем якось? Что мы нашли? Какой-то документ. Тут закрыто, да? Блин, ну я тут уже был. Нам туда треба. Зрение бегущего включено. А чё так? О, есть. Не? Ох, ё-моё. Ага, все есть. Активировано. Понял. Ага, треба наверх. Угу. Все, полетели. Давай, файты сильно. Тут, ну, бачите, можно так и так. А в прошлой части она только могла сбоку быть и все. Так, залазим в шахту ліфта. Що нам треба робити? І що далі? Ага. Є контакт. Я відправила запрос 3 дні назад. Ну, а що далі? Да. А, мы за лифт зачепились. Лол. Тут какая-то прослушка. Она прикольная, она по всем сторонам может крутиться. Раньше такой игры не было. Это мы даже рады. Давай, полетели, Фейт. Я пробралась в сельхозотдел. Сельхоз. Кажется, здесь Габриэль Крюгер. Что? Надо отменить задание. Не надо. Нет. Я закончу дело. Ладно. Все равно ведь не отступишься. Согласен. Сообщай о происшествиях снаружи. Фейт, ты теперь ищи офисы. Нет, документ. Из документа я не знаю, нафиг и надо, но полетели.
Давай, давай. Интересно, что это Габриэль Крюгер замышляет вместе с семьей Мартел и Элизиан. Чем меньше мы об этом знаем, тем лучше. Забывай контрол. Информация — это сила, Ной. Кому как. Не сюда, да? Гаррі, звісно, вибиває вона сильно. Фігася, як вона так може? З прыжка. Тоже придумано прикольно. А що ми за дані беремо? Ну, тобто, Фрейд бере, поки я там за сиділку. Новий ензим, какая-то питательная добавка, заказ Рапоса. Так. Куда нам? Отлично. Подключись к любому терминалу в зале 4H. Дальше все сделает устройство. Найдите 4H, да? Подключено. Окей, давайте. Подожди, нам треба подойти, куда мы можем запрыгнуть. Life. Жизнь. А чего обезрение бегущего тут включено? Квадратики, ничего не понятно. Так. Сюда ж мы не можем, правильно? Не. Ага. Активировать. Чё, блин? Я понял. Передумать просто. Полетела, Фейд, полетела. 3G. Ну уже 5G скоро будет. А, ну в принципе на это время то да. Согласен. Не, нам вниз? Да. Что мы тут взламывать будем открывать сейчас? У терминала. Запускаю устройство. Отлично. Захват подтвержден. Ага. А заход такой. Тут кто-то еще. На бегущего не похож. Фейд, уходи уже оттуда. Извини, но я схожу проверю. Кто сомневался? Ладно, буду ждать и надеяться, что ты уйдешь целый. Я тоже. Если бы я... Если бы... Фейд, тебе не надо мне ничего доказывать. Мне нужно, чтобы ты вернулась живой. Блин. А вернемся живой. Интересно, что бы в этой лаборатории? Давай, Фейд. Этот сектор не похож на другие. Согласен. Чем они здесь занимаются? Двери выламывай просто, не открывай аккуратно. Я теряю связь. Тоже могли я... Один раз. А, у нас ловушку заманили, походу. Сейчас узнаем. Фейд красиво проработана. Разработчикам респект. Так, він виробив той якогось ученого, чи хто там, розробочика. Це якийсь Splinter Cell, блин, у нього кинджал, воно. Сильно голос не почує тебе. Що ж, це може бути перший босс? А ну. Фух, натекла. У нас? За... Лися все разные, тоже прикольно. Что с ними сразу сделать? Убье? Маэра, включайте тревогу. Разберись. Это директор Маэра. У нас синий код. Доктор Хилл мертв. Что? Как это заблокировано? Разблокируйте, черт возьми. Введите мой код. 7709. А ну. Нифига себе, она нормально так. Ого. Хорош. Кради, кради пока. Стой! Как не бачу. Он мне нужен живым. Что он там держал? Ты некий слабенький. Но я побила легко. Обидно. А, он схавал какую-то свинью и... Где эта штука? И помер. Блин.
полетели. Фьюшки. Ну все. Блокировка выполнится через 60 секунд. Фейт, ты там? Да. Потом, мне нужен выход. Это помещение. Выходи любым маршрутом. Ой-ой-ой. Бейс, дальний бой. Пользуйся атаками на ходу, чтобы накапливать концентрацию. Окей. Типа менты, да? Полиция, типа. И все. Ого. Главное, уходи. Если надо, берись, но не затягивай. Понял. Как, помоги. Ух ты, хорош. Сейчас. Ладно. Ай-яй-яй. Подожди, 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 подожди. Все есть, вбили его. У меня хп, але так же багато. Нас тут бігущий. Все, ми його вирубали. Я тебе тоже. Ай-яй-яй, контур. Та тікаю. Все, ні хана походу. Два. Один. Фу, блін, мене ж дихання самого. Ну так, кстати, якби не було ікара, не було хана. Держитесь вне поля зрения вертушек. Я їх отвлеку. Встретимся в логові, Фейд. Окей, понял. Городу тревога. Сеть стоит на ушах. Изворошила ты осиное гнездо, Фейд. Я тебе сколько лет говорил, мы не работаем против Крюгерсек. Ну так не бывает. Что ты сделала, как только вышла на свободу? Кому я объяснял? Никому. Так, бежим, бежим, бежим. Икар, что там у тебя? Большую часть я увел, теперь остальных стряхнуть. До встречи. Давай, Икар, встретимся дома. Все, казка музычка, значит, за нами кто-то гонится. Просто напоминаю, окей. Снова в деле пройдено. Отлично. Так, тап, одна очко улучшения. Мы тут были уже, кстати. Мизин куплитед? Какого черта, Фейс? Я тоже тебе рада. Такими темпами ты и месяца не проживешь. Хорошо то, что хорошо кончается, глянь-ка. Что за фигня? Мне тоже интересно. Как и парень, у которого это было, он погиб за эту штуку. Может, хватит, чтобы с Доганом рассчитаться? Ага, или всех нас похоронить. Фейт, все, что связано с Габриэлем Крюгером, нужно обходить за километр. Я думаю, это лучше вернуть. Что-то такое странно. Не. Только силуэт. Там ведь было темно. Слушай, я подумала, это все будет кстати. Нет, ты не подумала, Фейт, как обычно. Черт. Надо теперь сообразить... Что с этим делать? Давай. Ты, дорогая, постарайся пока не умереть, ладно? Я тебя уже терял. Фух. Не бойтесь, я тут. Охраны нет. Да нам пофиг. А как насчет спасибо сказать? Пожалуйста. Держи в курсе, ладно? Окей. И карту по... Начали за себя помогти и... Одновременно, нифига. Сейчас! Сейчас! Так. Что это такое? Это воспоминания какие-то? Назад, я сказал. Да, воспоминания. Подожди, милая, мне закончить надо. Фейт, растая, 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 растая. Фейт! Вы где? Девушка, сюда. Здесь вы в безопасности. Ну-ну, в безопасности, конечно. Так, ты гидал патрона? Мне страшно.
Пустите нас, Крюгер! Надо было сотрудничать, доктор Коннорс. Я этого не хотел. Мам! А что это? Это, бельчонок мой, твое будущее. Так и да. Блин, стоит, кошмары снять. Давай, очухайся, Фетик. Фейт, у меня для тебя кое-что есть. Намат? Ты где? У меня есть один мод, который должен сработать с твоим пульсом. Я послал тебе копию. С его помощью ты пройдешь через вентиляторы в Зефире. Опробуй его и приходи ко мне. У нас тут проблема. Так, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии. Комментируйте за... Так, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.